Эта черешня растет в Эстонии. Плоды желтого цвета. Когда они уже зрелые, приобретают нежно-розовый красноватый оттенок. Ягоды сочные и сладкие. В основном она созревает в июле месяце. К середине июля практически спелые ягоды. Эти ягоды с радостью лакомятся как и взрослые, так и дети. В отличие от темной вишни, вишневой, красной, эта черешня не имеет кислого вкуса. Едва уловимая кислинка, а в основном нежный, приятный, сладкий вкус, неприторный и очень сочный плод. На самых верхних веточках мы можем увидеть, как уже стали розоветь плоды. Они практически спелые. И эта красота растет в Эстонии. И вот снова наша черешня. А в год мы снимаем по 60-70 килограмм этой вкусной, сочной черешни. И даже наш замечательный Амур очень любит лакомиться этими прекрасными плодами. Вот это. Ну, хороший мальчик. Сидеть. Я знаю, что ты любишь. Сидеть. Держи. Вот. И еще, конечно же, наш попугайчик. Он тоже очень любит кушать эти черешенки. Да.